Израиль атакован непогодой. Сначала страну поливали дожди, а теперь она во власти сильнейших снегопадов. В столице Израиля временно блокировано движение транспорта на шоссе номер 1. Дорожная полиция контролирует ситуацию на магистралях с помощью десятков мощных джипов. Капризы погоды стали причиной закрытия нескольких школ на севере Голанских высот и в Цфате, а также в заснеженных районах Самарии и Иудеи.